Нас крыли, mm-hmm. именно нас. Никого именно, именно mm-hmm. по посадке, по нашей. И окопы, ну мы ушли с этих окопов, в другом месте себе вырыли mm-hmm. там. И вот прям, прям по окопам, в 5-2 метрах от, от окопов. Именно нас крыли, да. Да выебывались, вот здесь у нас парни, они ж Таврию приобрели, блядь, откатались, блядь. Да, кто-то там отжал, что ли. Я говорю, да выебывались, они тут интернет вылазили, блядь, на бугорки, блядь, стояли, блядь, они в интернетах все, блядь. Я говорю, блядь, полностью неадекваты, блядь. А. Ну, он тут в шоке от увиденного, от услышанного, я ему тут еще накапал, говорю, блядь, у нас весь батальон, блядь, тупо, блядь. Склоняется, блядь, бухает, блядь, тут тупо, блядь, mm-hmm. я тебе говорю, тут, блядь, что творится, блядь, это первый mm-hmm. взвод, блядь, в деревне, блядь, от него уже деревня воет, блядь, mm-hmm. вот, да хуй поймешь, блядь, вот, неадекваты, блядь, вот. Mm-hmm. Вот. Я не знаю, вот я сейчас с Юлькой списался, что наконец-то утром, она поотвечала на мои вопросы, там, те же самые вопросы задают в Донецке, приехал 105-й и 107-й. По-моему, 107-й полк, уже в Донецке. Ага. Вот. Но их нихуя не отпускают. Вот. Там жены и блокируют и военную часть, и все, как бы домой их не отпускают. И ага. типа даже то, что у нас набрали по этим белым билетам, это не является нарушением в данном ситуации. Потому что якобы мы должны были предупредить, что у меня белый билет. Понял, как бы? Ха. То есть тут вообще цирк просто, вот, она мне когда навыдавала это хуеты, как бы, я вот завис сегодня. Но сейчас, думаю, все равно буду писать эту ебаную жалобу, пошли нахуй. Ага.